Слава Богу за скорби, за радость. Сегодняшний концерт, он называется «Ко дню пожилого человека». Мы полностью не согласны с этой формулировкой. Давайте сделаем так. Этот концерт будет называться «Ко дню мудрого человека». Ко дню человека, богатого житейским опытом. Ко дню человека, который может передать свой опыт будущим поколениям. Многое вам и благое лето, наши мудрые и любимые! Ко дню пожилого человека приурочили концерт арт-группы «Ларго», состоявшийся в рамках традиционных царских встреч в Екатеринбургском храме на Крови. В своем осеннем графике, насыщенном выступлениями, интервью, перелетами, переездами и частой сменой часовых поясов, наши союзники нашли для Екатеринбурга сутки. Согрели души уже полюбившимися песнями и духовными кантами и порадовали новыми произведениями. Мы уже с 5 сентября находимся в гастрольном туре. Получается, до этого у нас была Москва, потом два концерта в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, потом концерт на острове Валаам, потом Брянск. Потом из Брянска мы заехали домой на одни сутки, потом выехали из дома в город Чита, и вот сегодня из Читы, прям с самолета, попали сюда, в наш любимый, дорогое сердце Екатеринбург. Завтра мы улетаем в Москву, из Москвы мы едем в Череповец, а из Череповца возвращаемся в Москву и вылетаем на остров Сахалин. На этом можно интервью оканчивать. Учитывая, что из вашего родного Краснодара самолеты сейчас не летают, и вам приходится на ласточке добираться до места, откуда они летают, каждый раз, когда вы куда-то едете, это, в общем, отдельная часть вашего служения, подвига. Поэтому Саша, пока ты говорил, стоял с мученическим таким видом. Саша начал сочинять песни, потому что времени очень много свободного. Пока ты едешь там в электричке, в поезде, появились песни. Вот сегодня на концерте вы слышали, 4 мои песни прозвучало. Ну, «Дорога добра», «Помилуй нас, Боже», «Батюшка», «Батюшка» и «Высоко летит душа солдата». Но ты не останавливайся, самое главное. Помилуй нас, Боже, помилуй, прошу, спаси наши души, от бед защити, за то, что невольно и вольно грешу, прошу Тебя, Господи, Господи Боже, прости. Высоко, высоко летит душа солдата, душа бойца, голубем летит над землей. И нельзя нам отступать, ребята, победим и вернемся мы домой. Аплодисменты после каждого произведения были дружными и продолжительными. Знакомые песни зрители подпевали то весело, то со слезой. И дважды, когда звучали «Вера вечна» и «От героев былых времен», зал вставал. Только грозная доблести поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Вот такие камерные встречи, маленькие залы, когда глаза в глаза можно смотреть, общаться. Когда ты близко находишься, вот ничего же не соврать.
искренние отношения, чистое общение и, самое главное, семейность. То, что мы добиваемся в наших концертах, мы хотим, чтобы зал стал одной большой семьей. Дружной, крепкой, помогающей друг другу, заботящейся друг о друге. Это очень важно. И мы хотим, чтобы в наших семьях все было хорошо, правда. Это самые обыкновенные, простые желания. И чтобы это желание было радостью только светлой. Мы желаем вам радости светлой, воплощения вашей мечты. По утрам в тишине предрассветной замирать от земной красоты. Мы желаем здоровья и счастья, пусть попутные дуют ветра, стороной обходят ненастья. Мы желаем вам только добра. Все-таки артистическое поле деятельности, оно заключается в гастрольном туре. И каждый раз, когда мы узнаем о том, что у нас появляется тот или иной город, мы этому искренне радуемся, и мы благодарим Бога за то, что есть востребованность того музыкального материала, который мы вот представляем. И каждая встреча с новым городом для нас — это всегда, конечно, максимальная ответственность. Но когда приезжаешь в Екатеринбург, то здесь уже все свои. Мы просто считаем Екатеринбург своим родным городом. Тем более мы из Екатеринодара, приезжаем в Екатеринбург. У нас очень много близкого и общего с этим городом. И сегодня в очередной раз прозвучала песня «Екатеринбург – это сердце Урала». Это действительно так. И это сердце частичкой бьется и в наших сердцах откликается, скажем так. А поднимите руку, кто до этого концерта группу «Ларго» знал. А кто не знал, теперь поднимите. А выше, выше. А еще есть какой-то промежуточный, походу, вариант. Сомневаюсь. Знали или не знали? Кто первый раз пришел на наш концерт? Слушайте, ну они что, не пожалели? Удивилась я, когда оказалось, что в зале те, кто вас вообще не знает. Говорят, ребята, вы откуда? Вот так вот бывает, это же хорошо. Мы всех называем новых зрителей, новые члены семьи арт-группы «Ларго». У нас большая, обширная, такая дружная православная семья группы «Ларго», которая разрастается, и слава Богу, мы просто этому счастливы. И сегодня тому подтверждение, что новые люди пришли, открыли для себя наш коллектив, узнали, с какого мы города, узнали наши новые песни, послушали те духовные канты, которые уже любят люди. Это же замечательно. Чем больше будет новых людей приходить, тем больше они будут приходить в церковь, тем больше они будут задумываться о Боге, о душе, о вере. Это же замечательно. Моя семья. Год 2024 объявлен годом семьи. Премьера в Екатеринбурге. Смех детей, седина стариков и любви бесконечный покров. Аромат пирогов, теплый дом, каждый странник согреется в нем. Фотографии, семейный альбом, наша память о крае родном. Дух счастливого детства хранят нас в семье, и поймут, и простят. Стучат сердца здесь в унисон, любовью каждый окружен. Моя любимая семья, на этом держится земля. И усталость пройдет, и печаль, а прошедшие годы не жаль. Словно птица я в небе лечу, в дом, в котором не гасят свечу. Сколько света, любви и добра, боль сгорает в нем сразу дотла. Там обнимет родная семья, это лучшие в мире друзья. Стучат сердца здесь в унисон, любовью каждый окружен. Моя любимая семья, на этом держится земля.
весь в унисон, любовью каждый окружен. Моя страна, моя семья, на этом держится земля. Моя страна, моя семья, на этом держится земля. Огромное счастье для нас, как для артистов, когда мы путешествуем по разным регионам нашей необъятной, невероятно красивой родины. Мы всегда приезжаем, восхищаемся, конечно же, местной кухней, обязательно. Поэтому иногда в пиджаки не помещаемся. Но потом берем себя в руки и начинаем сбрасывать. Восхищаемся красотой природы, красотой мест, городами. Гуляем, всегда стараемся гулять по городам. Но самое главное, мы всегда общаемся, мы всегда начинаем общаться с людьми. И вы знаете, особенность нашей Родины в том, что какой бы регион красивый ни был, где бы как ни было прекрасно, но люди везде одинаково замечательные, с добрыми, открытыми сердцами. Это правда. Это мы сделали для себя такой вывод. Наша Россия наполнена самыми дорогими, красивыми, очень, очень добрыми людьми. За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух не потух, чтобы русский глаз не угас, чтобы русский дух, да не потух, чтобы русский глаз не угас, чтобы русский стих не утих, чтобы русский храм не был взорван, чтобы русский люд, да не был в блуд, чтобы русских дев плыл на берег, чтобы русский люд, да не был в блуд, чтобы русских дев плыл на берег. Огромное спасибо, конечно же, отцу Максиму за этот вечер, то, что его сделали, а владыке за благословение, всем организаторам за помощь в организации. Мы знаем, что и ночью раздавались звонки, как бы достать лишний билетик. Дружные аплодисменты. Центр Царский, спасибо вам. Огромная благодарность телеканалу «Союз» за нашу многолетнюю, теплую, крепкую дружбу. Мы очень благодарны тому, что являемся союзниками, братьями этого удивительного народного телеканала. Лирический баритон Александр Порожный. Лирический тенор Владислав Судаков. И контртенор Владимир Соколов. И вместе мы арт-группа